Всем привет, дорогие друзья, и хорошо вам настроение. С вами Рэй, мы продолжаем играть в ХКР 2. Так, открываем сундук. Новая краска для байка. Так, крылья, ускоритель, дым. Команда, бесплатный сундук. Ой, ну бесплатный, как понять бесплатный? Заработанный нашей командой сундук. Так, всем привет. Кстати, я тут слышал, ребята, что кто-то всех покикал из моего клана. Ребят, напишите мне в комментариях, кто это покикал. Естественно, я его сразу удаляю из клана, ну и больше он никогда у нас не появится. И всех, кого он удалил, напишите мне, пожалуйста, ваши никнеймы, я вас верну обратно в клан. Так, ну что же. Все. Здесь мы это сделали. Поздороваемся. Так, бесплатный сундук. Ага. Ну, как ты понимаешь, 50 тысяч кубков я уже в любом случае не получу, потому что больше недели меня не было в игре. Вообще меня не было, не то что в игре. Я не мог ничего делать, не снимать, не выкладывать, ничего. Так что поехали. Сегодня, ну я не знаю, ой, блин, забыл поменять гонщика-то. Сегодня дойдем до, как сказать тебе, до определенного количества кубков. Сколько там будет, я уже не знаю. По-моему, 30 тысяч сегодня должно быть у нас. Как бы круглая дата. Ауч. Я помню я эту хороборину. Угу. Замечательно, первая позиция. Первая гонка из трех, большие валуны. Будет кто-то сейчас откладывать большие валуны. А, так тут еще и этот байкершоп, ё-моё. Так, давай не будем тут, наверное, газовать слишком сильно. Блин, все равно байк, ребята, приземляется как сказать, не медленнее, а быстрее, чем я. Вот такие вот трихоборы. Ладно, я пытаюсь, ребятушки. Смотри-ка, как ни странно, я байк обогнал. Я обогнал того чувачка, который был с этим, с форсажем. Да. На форсажке он там шпарил. Так, здесь, по-моему, да. Да, твою ж губастую-то дуру, а. Че ты чудишь-то, Рэй, блин? Твою налево. Барахолку кто-то начал лупить, блин. Ну, понятно, что это на форсаже гниль там шпарит. Какое их место? А, первое место у меня. Так, ребят, надо менять гонщика. Ё-моё, я уже думал, что-то там подвисло. Гонщика. Так, надо нажать на гонку. И вот здесь уже меняем вид. Во, такого давно не было у нас. В этом, в ночном колпаке. Вообще the best. Так, крылатое чудище, вали от меня, а. Ауч. Ну да. Крылатые качели. Несмотря на это, ребят, все равно я взял первое место. Ну, так оно и должно быть. Так, опять, ребят, не могу сегодня попытался зайти в дракона всадники уха. После обновления ни в какую не хочет. Ой. Ни в какую не хочет заходить. Ты гляди-ка, а, рояль квест. Хлыщ ты болотный. Линк тут еще какой-то. Вот хапуга, а. Крылатое чудовище, блин. Помойка, блин. Краснозвездочная. Ну куда ты вперед папы-то лезешь, ё-моё, а? Конечно. Только я так могу чудануть. Да. Кстати, отлично получилось. Лучше, чем когда-либо. Я не могу понять, у меня что там, цветные... Цветные волосы? Точно, у меня, ребят, цветные волосы под этим колпаком.
Ничего себе. Так, спокуха, дядя. Ну правильно, в бочку, как всегда. Чешем, чешем, чешем. Сзади лихач, оказывается, у нас на хвосте висит. Нормально. Да куда ты клюешь носом-то? Так, это не подводка, надеюсь? Нет, это нормально все. Тут все за БСФ. А, и гонка к тому же одна, да, я так понимаю? Скорее всего, здесь одна гонка, потому что уж больно долго мы тут едем. Не дуркуй, родной. Да. Шикарно. Заехали. Да, ребята, 30 тысяч кубков нас поджидает впереди. Че, опять я ненавижу воду? Еще одна гонка, блин. Че там как старпер-то? Нубасосы. Просто нубасосы. Кто там врезался, кто-то перелетел, кто-то там застрял, ну... Ну, басос, одним словом. Но я, как видишь, взял первое место. Такс, Бубу. Кто там у нас Бубу? Еще как кто там? Помимо Бубу. Пин-код. И... Зря, 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 зря ты рычаг-то делаешь. Ну. И прямо вот сюда вот. Оп, красиво, красивочки. Нормально. И TVC какой-то там. TVC Squad. Или что-то в этом роде. Из разряда нубасусов. Одним словом. Так, по-моему, вот здесь вот подводная лодочка будет. Под колбасу с селедочкой, нет? Нет. Так, по красоте. Тихо ты! Чуть носом не клюнул. Маленький засранец. Ну и шикарно. Что, забрать? Проснулись. Забрать они сейчас предлагают. Ну что, еще одна гонка. Столичный кубок. Можно мне в столичном кубке погонять... На моей... Эй, дрещеный, что ж ты так обделался-то, а? Ну, это разве... Это разве езда, ребята? Так, я понял, он с крыльями, да? Он... Да с какого ты перепуга тормозишь-то там на... Ой, так, сделай пять поворотов. Сделали каких-то 5 поворотов. Блин, ребят, ну я не ожидал, что я вообще приеду. Во-первых, стартанул паршиво очень. Это раз. Что с моей машиной не так? Я не могу понять, почему она ни хрена не едет. Да она едет, просто я что-то разучился, ребят, играть за эту тачку, прикинь. Вообще проехал как полный нубас. С какого хрена-то? Что не так-то, блин? Я вот лично не понимаю. Что с моей машиной не так? Да как ты можешь этому говнюку-то проиграть? Я не понимаю. Первым. Да, а по итогу третьим. Ай-яй-яй, так, кто там? Рэй, привет. Привет, Бали. Так, кубки. Забираем здесь, ребята, нашу награду. Так, маневр на раллином авто. Маневр в горах приключений. Угу. Ну что, приступаем к развлечениям, ребят. Ну, естественно, будем мы ехать на нашей вот этой тачке.
Поехали. Развлекаться будем, блин. Пытаться развлекаться. Так, что? Этот опять там на форсаже наяривает, блин. Чудило с Нижнего Тагила, да? Аккуратно. Заехали. Ладно, ладно. Тут не поспоришь, было по красоте. Давай теперь мы сделаем с тобой еще один круг. Ну уже. Вот эти вот прыжки, блин, как вы меня, блин, нервируете, а? Вот эти вот. Так, ну нам крышу сорвало, да? Однозначно нам сорвало крышу. В прямом и переносном смысле. Вау-вау-вау, чудило вылетел, блин, а? Он, наверное, там старался просто и ехал аккуратненько, чтобы запрыгнуть на этот прыжок. Ну, дерьмо кусок, поверь мне. Тадам ваш. Недоразвитый. Погнали. Кто там у нас еще? Поши какой-то. Какой-то Поши, блин. Все, здесь взяли. Взяли, ребята, первое место. Так, ну что, 6 тысяч берем. Берем. Так, что у нас там пишется? Рэй, как у тебя дела? Неплохо. Сейчас, сейчас и пока неплохо. На данный момент. Так, дай-ка я открою этот сундучок. Так, магнит и старт-ускоритель. Ну что, ребята, следующая цель у нас 4000 монет. Кубок. Кубок ледника. Две конги, да? Чувак, что, на байке опять? Франкенштейн на байке. Там еще спорткар едет. А мы-то как всегда. А мы как всегда без косяков не можем, ребята. Ладно, заехали сюда, фиг с ним. Что-то байк, что у тебя там, что-то не срабатывает, я смотрю. Как он там летит в воздухе-то, не пойму я. Нет, 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 я не готов, чтобы горючка у меня кончилась. Ладно, каким-то, ребята, чудесным образом я еще и занял первое место. Хотя я очень сильно отставал от них, от всех. Потому что ты видел, я упал в льдину, блин. Еще и льдину с собой тащил. Ну вот это вот не обязательно. А вот теперь попасть на кость. Смотри-ка, я попал. Я попал на ТВ, ребята. Так, Альваро. Он что, на крыльях там лечен? Я не могу понять, как он там. Да нет у него каких крыльев. Как он летел дальше меня, прям по воздуху-то? Объясните мне, пожалуйста, а? Вообще не понимаю, блин. Летел где-то сзади меня, а по воздуху он почему-то дальше пролетел, чем я. Непонятно, как это произошло у него. Так, ну здесь первая гонка, видимо, за нами будет. Уже отрыв такой солидный довольно-таки. Первую мы взяли, давай дальше. Давай, 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 не раскисай. Монстр трак, кстати, нам надо монстр трак еще прокачать же. Пока финансики есть, можно сейчас, ребята, этим делом заняться. Не переворачивайся, не вздумай, дурачок. Так, водитель. Водитель 720. Прошу подойти к стоечке. Так, смотрю, я смотрю, ребят, я наблюдаю за этими чебуреками. Хорошо, было великолепно. Ну что же, первое место взяли. Что опять нам пишут? Кстати, ушел из команды. Нет, он не ушел. Блин.
Так, попросил. Попросил вернуть его. Кстати, да, давай-ка мы посмотрим. Как Гели Фишер, да? Это где нам надо создать команду? Подожди, а где у нас смотреть активность участников? Нет. Черт, я не помню, ребята, как. Как нам его вернуть-то обратно? Блин, не помню. Не помню я, как смотреть в команде. Ладно. Потом напишут мне 100% в этом, в комментах. Ну что, кубок отстойный у нас. Друзья, кубок отстойный. Фига, что-то там немножко подглюкнуло у меня и... Блин, сегодня интересно, будем мы в черепашки играть или нет? А? Кто-нибудь мне скажет? А сегодня что у нас, воскресенье? Я не был неделю, но там понятно, ловить нам нечего, ребят. Так, ну смотри, здесь получилось очень даже неплохо. Что-то как я так резко стартанул здесь. Я тебе скажу, оу-оу-оу-оу. Так, так. Нормуль. Найс. Вау. И здесь тоже, ребята, и здесь тоже я как боженька пролетел. Ну что ж, тогда давай последний. Последний, так скажем, заездик. Аккуратненько, в аккураточку. Давай пролетай, на, по-моему, крокодилы внизу нас поджидают, не? Нет. Все. Как пить дать? На одном дыхании, ребята, проехал эту гонку. Так, и у нас пещера ледяного огня. И если... Да, здесь одна гонка. То есть, если мы с тобой сейчас, в данный момент, сможем... Тихо ты! Ой, Рэй, ну ты дуримар, блин. Ну я в шоке с тебя. Ветер-то где? Где ветер-то? Ветра не было. Ребята, ветра не было. Ну, смотри, я даже и без ветра очень даже неплохо здесь профорсил. Ты так читаешь? Так, мне нужна горючка, ребята, в срочном порядке просто. Прихватили, теперь можно газовать. И ветер в харю, я херарю. Ну вот. Вот мы и дома, ребята. Отлично. Мне понравилось, по красоте. Всех этих клоунов обставили. Так, и уже практически... О, сельский кубок. Ну, сельский кубок, он как родной нам. Как родимое село, да? Зжих, нормально. Под горючкой вообще летим, как эти... Как Вин Дизель, блин. Вот, называется, набираешь скорость и шпаришь. Четырехколесный кто? Не посмотрел, как называется трасса. Четырехколесный кто? Кто-то. Он отвалит от меня сегодня или нет? Бери! Все, взял горючий и сразу же в отрыв, ребят. Только мы берем с тобой канистру, сразу же на супер-пупер ускорение. Петля 9. Объясни, почему называется петля 9? Что же тут такого петленого-то? Тем более на девяточку. Так, тихо. Хлыщеныш, ты куда это? Не видишь, что ли, что папа едет? Ё-моё, он-то выпендривается еще. Ой. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Есть. А там не только я подлетел. Там все на этом поймались. Ну что же, я заезжаю. Так, что опять напишут? Так, Сэнд Драгон. На канале сегодня.
Да нет, ребят, сегодня вряд ли. 8 часов вечера, наверное, завтра уже. Наверное. А может быть сегодня, но ночью, поздно ночью. Когда вы уже спите все и пишете: Рэй, почему так поздно вышел ролик? Ну. Нет, 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 нет. Отлично, ребят, я думал, что сейчас утонем. Опять в этих льдах. Ну, за счет горючки мы должны сделать штучки. Да, ребят. За счет того, что я взял горючее в воздухе, просто набрал скорость и обогнал этого краснолицего, который, точнее, синелицего, который ехал впереди меня. Так, а тут надо... Ой! Как все бумкнуло-то. Что мне нравится, что мы с тобой практически не теряем скорости, когда падаем на лед. Мы падаем с тобой на снег и... Джих, даем такого драйва. Они просто все охреневают от меня. Давай ты, ядрешкин кот. Какие такие выражения берутся? Ядрешкин кот, да? И тому подобное. Ядрешкин кот. Замечательно, ребята, первое место. И вот они, наши 4000 монет. А, нам монет не дали, нам форсаж на танк. Буду ждать, буду ждать. Ждите, ребята, ждите. Так, день гонок у нас. День гонок. Да? Что тут думать-то? Блин, я забываю, ребята, этот. Ай, опять прокачать забыл. Давай ты. А, там еще и лихач у нас. Вот стоило мне, ребят, называется, немножечко снизить скорость. И все. Ну, байк там, понятно. Обогнал. Ну, Квинти, чтобы нас обогнал, такого нельзя, ребят, позволять. Потому что это Квинти. Это сейчас будет затяжной подъем, да? Понял. Мы и бензин с тобой пролетели к чертовой бабушке. Да и фиг с ним. Главное, что первое место взяли. Ну что там этот охламон-то? Где он там? Вообще последний байкер приехал. А почему? А потому что он в этих... вот в этом под мостом он не мог разгоняться нормально. Потому что иначе бы он себе башню бы свернул бы. Как орех бы раскололся бы пополам. Ну, тут, конечно, лихач фаворит. Прыжки — это его. Ну что, смотрим, ребят. Сколько у меня? 5 очков. Точнее, 7 очков. В общем, выиграли. Зима на носу, говорят. Да как сказать, на носу? Тут, если честно, зима уже вовсю, ребят. Я не знаю, как у вас, а у нас отличная зима конкретно. Сугробы охрененные. Скоро Новый год. Ух. Что-то мы как-то... Что-то я тут вообще слабину дал. Полную, ребята. Не, серьезно тебе говорю. Тут как-то я вообще проехал очень плохо. Отвратительно, я бы сказал даже. Че машина-то не едет? Не могу врубиться это никак. Вроде едем, блин. Тут еще... Это еще одна гонка, что ли, здесь у нас? Да ёпрасоте, ребята, тут была одна гонка. Да спешился. Уже вот-вот думал. Да ж куда мне назад-то, ё-моё, выкинули, блин. Думал, вот сейчас обгоню, догоню, перегоню. И нифига подобного. Просто размазался потолок, блин. В принципе, что оно всегда и получается. Именно потолок мы погибаем.
Так, байкер, разбейся нахрен, а? Чтобы глаза мои тебя не видели больше. Фига ты! Смотри, ты видел, что сделала ККМ-ка? Я не знаю, откуда она там полетела. Но она пролетела нормально. Чуть ли не до финиша она летела, махая крылышками нам вслед. Опять этот Джокер-полупокер лезет. Ну и что там, где там эта ККМ-ка обосравшаяся? Я не вижу ее, ребят. Где она? А? Кто-нибудь видел ККМ-ку? Плешивую, нет? Вот и я не видел. Так, ладно, шутки в сторону, ребят, давайте-ка. Так, слышал этот звук? Это знаешь, о чем говорит? О том, что очередная очередная серия по игре Evil West прорендерилась. Так что заходите, смотрите. Ну, твою налево, чуть было это ККМ-ка опять меня тут не обогнала. Ну что, возвращаемся на наше место. О, Рома, привет. Рома. Так, ну что, мы дальше едем. У нас кубок Сумрачной долины. Погнали. Тяжелые вот эти вот гонки, если честно, для меня. Сумрачные вот эти вот долины. Ладно, попробуем. Чем так? Слушай, ну хорошо, хорошо пролетели. Я ничего не могу сказать, ребят, здесь. Вообще на изи. Взяли даже место. Так, давай-ка еще разочек одну из гоночек также сделаем. Угу. Так, горючка нам помогла. Здесь особо не газуем. И отлично. Так, ну что, первое место второй раз. Это говорит только об одном. Это говорит только об одном, что мы с тобой опять же возьмем первое место. То есть по зачету, ребята, гонок. По кубкам. Ну, если, конечно, мы не размажемся где-нибудь. Что нам, в принципе, в легкую может получиться. Мы же любим с тобой разбиваться на пустом месте. Тирануться головой обо что-нибудь, да? Но только не в этот раз. 9 очей получили, и мы двигаемся дальше. Что там 5? Хоть я и казак, но когда я посылаю шампунем, я стал играть намного лучше. Я понял, что ты стал играть лучше. А при чем здесь шампунем посыпать? Может быть, это какой-то твой юмор? Пишешь ты по-русски, а смысл не очень хорошо передаешь. Когда ты посылаешь шампунь, ты стал играть намного лучше. Ну так посыпай побольше шампуня-то тогда. Будешь играть вообще как профи. Так, ладно. Двигаемся далее. Должен здесь... Там, кстати, ребят, скоро Босяцкий будет на 30. Жалко, конечно, что сезон не закрою я. Вот, обидно. Но опять же, ребята, я еще раз говорю, что это из-за того, что меня заблокировали на неделю. Потом я еще очень долго, блин, я же, когда меня здесь заблокировали, я на второй канал перешел же там, выкладывал видосики. В стратежке там играл, и сейчас играю там в этот. И как бы отвык немножко от этого канала, и вот сейчас опять вернулся. Надо что-то, ребята, новенькое, наверное, да, поиграть. Вы, кстати, пишите в комментах. Может быть, что-нибудь такое интересное есть. Какие-нибудь такие легкие игры. Можно сказать, так, одноразовые. А когда я моюсь другим шампунем, становлюсь... ну, мойся первым шампунем. От которого ты лучше играешь. Так будет лучше. А лучше сразу, наверное, там пару шампуней сделай какой-нибудь там, я не знаю. Так, подожди. Оп, нормально. Видишь, как я?
Блин, ну вот, чувак, чуть было меня не обогнал, а? Пока я думал о твоем шампуне. Вот это, кстати, плохо. Дай-ка я так вот сделаю. Опа-на. А этот на форсаже это хлыщ. Ты посмотри, что творит. Да не может такого быть. Да заезжай ты, ушлепок-то несчастный-то, а? Блин, четвертый, блин, как нубло полное, блин. Проехал, называется. Вообще чмоха, а? Просто, ребята, чмоха. Я охреневаю, блин. Гонщик-чмошник. Чё там опять какой-то гидрохрен, блин, едет. Непонятный. Давай нормально, не упей. Все, ну, ребят, 6 очков. О, первый. Блин, я думал, что я последним буду. Подожди. Да я все забываю эту, ребят, докачать. Я не знаю, правда, хватит ли мне бабла. Но пока есть, надо качать же, да? Куда мы там летим? Молодец, красавчик, рей. Просто молодчага, блин. Все, что можно было, продинамил. Понятное дело, вот теперь тебе это вот дерьмище будет обгонять на нитро. Не на нитро, а на форсаже. О, тогда ничего не будет. Это называется... О, да, они там все, ребята. Они все сфейлились. Представляешь? Все сфейлились. Я только один там выжил. Вытянул эту лямку. Не было возможности, ребята, не было возможности мне притормозить, поэтому так вот получилось. Тей! Да. Проехал тут по нубаски вообще. Не так я, конечно, хотел. Да это все из-за того, что, блин, в эту трубу дебильную не заплыл. Все, ребята, вот. Вот не заплыл в трубу и получи. И вот здесь вот. Что у нас тут получается? Пока непонятно, что получается. О, колесо застряло. Все, ребят. Не видать нам первого места. Из-за этого дебильного, блин, вот, понимаешь, из-за этого дебильного вот колеса, блин, которое просто провалилось, блин. Я офигею, ребят. Что у нас там получается? Первое место, опять же. Так, ребят, пещеры ледяного огня. Один этап. Я задолбался уже переигрывать, ребята. Фризы. Откуда-то какие-то фризы, блин, лезут. Просто игра лагает, невозможно играть. Так, сейчас интересно, мы подлетим кверху или нет? Так, только не надо лагать, пожалуйста. Да хрен там, блин. Так, ладно, мы ее пока видим. Ну почему моя машина, блин, летит в воздухе? Да не смогу его, наверное, ребят, обогнать уже тут. Хотя... Фух. Ребята, чуть-чуть бы и все, и опять бы проиграл бы. О, да. 30 тысяч кубков все-таки взяли мы. Все-таки мы взяли, ребята. Так, что у нас там? Так... Играть, привет, всем привет, привет, машинки, привет, привет, привет. Так, знаешь, что я хотел сделать? Я хотел теперь прокачать нашу машину. Я хотел прокачать мою машину, а именно, вот что.
Ну, наверное, не хватит, да? До фулки. А нет, хватает, ребята. Новый вид. Так, шляпа Monster Truck. Я заработал. Я ее заработал. Это для байка, да? Ну, как-то так. Ну что, друзья, на сегодня, пожалуй, я буду закругляться. Всем большое спасибо за просмотр и до новых скорых видосиков.